Я закончила вязание джемпера «Чайка». Весь процесс создания вы можете посмотреть по ссылке под этим видео. И помните, в одном из последних видео я сказала, что что-то мне в этом джемпере не нравится, хочу переделать. Расскажу что. Так вот, рассказываю что. Мне не понравилась резинка, которая идет по самому низу. Вот посмотрите, что было до переделки. Резинка достаточно свободная и узкая. И за счет этого джемпер выглядит как туника, он прямой. Он как бы не спадает сверху, и, ну, действительно, туника и туника. Не понравилось. Мне хочется, чтобы он более плотно сидел по телу, поэтому переделали резинку и получили немножко другой вариант. То же самое, да, вот с небольшими изменениями. Резинка более плотная, более такая короткая и широкая. И получается, что джемпер можно носить с напуском. Можно немножко перетянуть резинку, и получается такой джемпер с уголком, очень актуальным сейчас. Мне вот этот вариант нравится гораздо больше. Он дает больше свободы и больше вариантов ношения. Как я меняла? Очень просто. Поскольку джемпер вязали не от резинки, резинка пришивная, пришивная двойной косичкой, очень просто. Тянем за веревочку, и эта двойная косичка распускается, резинка отсоединяется от основного полотна. Вяжем новую резинку, ту, которую мы хотим, более короткую и широкую, и присоединяем изделие, как было. Закрываем той же самой двойной косичкой. Вообще, как будто бы даже не прикасались, никакого не видно, никакого вмешательства, как будто бы так и было. Новая резинка, старая резинка. Мне этот вариант нравится больше. Вывод. Не бойтесь переделывать, не бойтесь смотреть на это изделие критично. То есть, если вам что-то не нравится, переделывайте сразу. Не откладывайте в мешке ожидания. Как правило, из мешков наши вещи не выходят, они там остаются годами. Поэтому, не нравится что-то, поменяйте. И получайте удовольствие и от проектирования, и от создания, и от результата. И не забудьте подписаться на наш канал, потому что у меня проект закончен. И я буквально сегодня же приступаю к новому проекту. Какому? Что это будет за изделие? Расскажу в ближайших видео.